Так, военные операторы корпуса находятся в расположении 1-го славянского батальона под Новоазовском. Собираемся выехать на передовую, поохотиться на танков. А вот это что вы наматываете? Пороховой заряд. Ага. Так, может где? Да, давай, посуди. Давай. Штук мы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, семь, два. Да ножик, блядь. 12, 13, 13, 13, 17, 18, 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 3 потери, блядь. Лесницу катим. Колеса. Я не ну тянет меня на металлолом. Раз, все нашел. Возьми чуть левее.
200 возьми. И дальше на 300. Принял. Бармен на связи, Алтай, слушаю. Вот Айара. Правее, да что? Короче, еще пусть ближе делают. Айара, еще ближе делай. Ну, а давай. Позицию на старую какую. Принял, принял. Еще ближе давай. Арочка, огонь! Огонь, Ара! Ближе, еще на 500. Ара, попробуй на связь, Ара. Еще ближе, ну что там, что-то готово. Возьми ближе. Доблестный первый славянский батальон отработал цели периодически успешно. Многих ребят мы не можем снимать, потому что их семьи находятся на оккупированной территории Нацгвардии Украины, где идут репрессии. Возможность будет там, когда поснимаем. Потому что в эту погоду передовую снимать не видно ничего. А тем более туда за балку ложиться, точнее. Я технику, такси ваше сниму. Поляну накрывает. Аши, привет тебе, бля, полубокер. Специально для этого, блядь. Ярыша. Вот кого я за яйца хочу взять, блядь. Говори, он увидит тебя, услышит все. А меня, Авакову. Авакову большой привет. Он хотел меня за 3 дня уничтожить. Давай, давай, давай. Авакову, да, лично от ДНР. А корчу своему Ляшку не хочешь передать? У меня Авакову. Ляшко это не мое, не мое. У меня Авакову. Роман, залазь сверху на башню, вот и БТР с музыкой. Вон укропа. Слышите такую музыку, блядь? Бегите нахрен. Слышь, надо теперь титановые диски на него укропа Арсенчик Аваков, сахамеченный привет тебе передает, блин. Я тебе вспомню эти 3 дня в Донецке, когда ты меня хотел уничтожить. Жди в гости, я скоро буду. Теперь рулит разруливать, форева. Красава, красава. Вот так вот, пацаны. Кто ходил со мной в моря с Калининграда из базы КБТФ? Вовке Шокину большой привет. Особенно Вовке Шокину. Вовчик, увидишь меня, как-то найди меня в этом в интернете. Я тебя все шукаю, никак найти не могу. Володя, всех, кто в КБТФ ходил, всем пламенный привет. Может, и сейчас контора это есть, черт я знаю. Но я на берегу. Я бандюков гоняю. Они меня бандюками называют, а я их, они сами сюда поползали. И мы их будем гонять, бандюков. Все, всем им будет это, смерть. Весело. Да, им будет весело. Ножичков у нас там всех хватит. Посидись и форел. Кто вас победит? Не знаю, что за дьявольская сила должна быть. Белгород, привет. Браво, ты там кто?